художник — это сфера чувственного, сфера образов каких-то визуальных. Это, знаете, вот это вот, если так об этом рассуждать, сложная тема на самом деле. Если рассуждать, вот знаете, вот сны, вот вы просыпаетесь, вам приснился сон, вы находитесь под впечатлением, под сильным, и вы начинаете рассказывать кому-нибудь его. И вы уже сами в процессе того, как вы рассказываете этот сон, вы понимаете, что какая-то ерунда. А вот этого впечатления-то не осталось, которое было от сна. Вот художник, если грубо сказать, он занимается как раз вот этим вот впечатлением, которое не передать словами. Вот то, что не передать словами, это образ визуальный. Мир визуальных образов, он очень большой. Я думаю, что он больше, чем мир словесных образов. Потому что большая часть людей воспринимает мир как раз-таки визуально. Очень небольшое количество людей воспринимают мир через слово, ну, книжное слово, как можно сказать. Работая над этой картиной, я, во-первых, изучал исторические документы, изучал материальную культуру того времени. На самом деле картина — это такой достаточно длительный процесс. Это одежды, это предметы быта, это архитектура, прически. Это все, это очень такая серьезная работа. Дальше идет эскизирование, идет поиск вот этого образа. У каждого художника по-разному. У меня это маленькие эскизы небольшого размера, цветные. И вот ищешь, находишь. А потом это надо не растерять, потом это надо донести до большого формата. В моей работе святая Екатерина – это образованная девушка, дочь главы Александрии, которая стала христианкой. В тот момент появилось очень много вопросов, на которые уже язычество античное не могло дать ответы, а христианство могло. И Екатерина, как человек образованный, воспитанная в Александрийской библиотеке, она нашла ответы на эти вопросы именно в христианстве. Преподнесла его людям того времени. Вот. Ну, конечно, это было воспринято в штыки. Ну, представьте себе, императору Максимину говорят, что новая какая-то еврейская, значит, секта, христиане называются, они, значит, вот все больше и больше укрепляются в ваших, так сказать, южных провинциях. Он приезжает в Александрию, и что он видит? Что никто иной, как дочь главы города, и сам глава города, собственно говоря, поддерживает эти идеи и так далее. А он, как язычник, он ревностный, он, значит, приехал вообще жертвы приносить и посмотреть, кто как приносит там. А тут ему приходят и впрямую заявляют, что вообще дьяволу служите, уважаемый. Еще один сюжет я посвятил именно вот этому философскому спору. Давайте я покажу. Пока не показывал никому еще. Ну, вообще процесс никому не показывают. Но я вот делаю исключение. Образ святой Екатерины здесь еще не готов. Он в процессе. Значит, что здесь изображено? Эта картина называется «Свет истины». И я еще даже написал по-древнегречески «Свет истины» здесь. Сама по себе истина, которую святая Екатерина пролила на этих мудрецов, это был своеобразный баттл того времени. Это чтобы современные наши слушатели и зрители поняли, о чем речь. Она какую-то истину такую провела, что эти люди не просто поменяли, взрослые люди, кстати, уже состоявшиеся, грамотные, это лучшие 50 человек были, которые в этом регионе смог собрать император Максимин. Вот, но они поменяли свою точку зрения, причем так поменяли, что стали христианами и стали вперед Екатерины, приняли мученический венец. Вот, поэтому эти все люди, они здесь, в принципе, святые изображены. Вот, и вот этим светом истины меня, ну, так как я реалистический художник, я не могу какие-то вещи делать, я должен как бы в рамках оставаться каких-то реальных образов. Вот. Это
освещение, это солнце, садящееся солнце, какие-то последние лучи, которые скользят по земле, они выхватывают людей по-разному. Да? Вот, допустим, кого-то они просто слепят, кого-то они сбили с ног, да? Он там растерял свои пергаменты. Ну, бывает такая правда, что вот она сбивает с ног, и ты не знаешь, что ты. Ну, у меня же учение, у меня же что ты мне говоришь такое. Но он понимает, что это истина, ничего с этим не поделаешь. Есть такая правда, которая вообще, зачем бы она была нужна? Она вообще, ее не надо. Вот это человек, впавший в уныние. Вот он сидит, и у него руки опустились. И лавровый венок его уже ничто, и светильник веры его потух. Справа – это группа смотрящих вечность уже. Да, если это люди сомневающиеся, воины, они вообще исполнители чужой воли. Один из стражников, начальник стражи, он потом тоже принял христианство, пришел к Максимину и сказал: ты знаешь, а я тоже. И император сказал: горе мне, если даже и ты. Вот, и тоже его приказал казнить. Вот. А правая часть – это часть смотрящих вечность. Они смотрят, они уже готовы. Ну, здесь много всего, я часть могу рассказать. Вот, допустим, сфинксы, ну, во-первых, они стоят на обломках старых смыслов, если вы видите. Да, это поваленная архитектура. Сфинксы – это охранники в царстве мертвых, вы знаете. Да? У художника же одна мизансцена, на самом деле, это же не кино. И мы не можем вот сказать, что ну вот это вот спор с философами, все. А вот там вот уже момент какой-то казни. Поэтому я смело здесь беру и колесо, хотя понятно, что это не по сюжету, да, житие. Вот, этот интересный герой был у меня, это был, ну, я для себя решил, что это Сократ. Понятно, что Сократа не было, кто-то там, любители истории скажут, что за ерунда. Но я думаю, что он все равно такой хороший герой в житии. Вот, это и пальмовая ветвь, и голубь, и, ну, скорее всего, так не было, но это не важно. Художнику важна суть происходящего. Мне кажется, в обществе бывает все то же самое, что бывает в каждом из нас. На самом деле я не изучаю общество, не хожу по улице. Я смотрю в себя. Я есть здесь, ну, кроме Екатерины, я здесь во всех образах могу себя найти. Мне кажется, хорошее произведение, оно всегда какой-то вечностью должно дышать. Вот. И я стремлюсь к этому. Я даже для себя, знаете, вот я включаю какую-нибудь хорошую музыку, да, там, ну, Баха там, или Моцарта, и вот вообще смотрю, ну, или, да даже Эдварда Грига. Включаешь и слушаешь, вообще вот так смотришь, а есть какое-то эхо какое-то, есть или нет его? Если нет, ну, значит, это плохое произведение. Начинаю думать, решать. А если ты чувствуешь, и они начинают как-то в унисон работать, значит, получилось. Святая Екатерина, на самом деле, это революционер того времени. Вот. И, конечно, это обновление. И вот в своей работе я хотел тоже об этом. Для меня это, на самом деле, не то, что как старые слова. Для меня вот это все. Я надеюсь, что и для зрителя это новые слова о Святой Екатерине, по крайней мере. Это взгляд какой-то, вот, знаете, в новое что-то. Я не знаю, чем Святая Екатерина помогает на самом деле, и городу в том числе, и нам. Я не теолог,
Вот, это не моя тема. Но я чувствую, как художник, живущий чувствами, что она чем-то помогает. Вот в моей судьбе, по крайней мере, она участвует каким-то образом.